Всем привет! Сегодня у нас одна посылка, много посылок где-то застряли, не знаю, на таможне, в почте или еще где-то. Сейчас сезон такой, что много посылок, много людей нас заказывали перед Новым годом всего, и большая загрузка. Вот, и я очень жду посылки, но они почему-то не приходят. Вот так по одной посылочке приходят. Давайте посмотрим. Это подсветка для кальяна. Заказывал я ее на... Это что такое? А, это такие презентики. Я попросил продавца положить презентик, и он положил вот такие вот какие-то лампочки. Как они включаются? Болтается что-то внутри. А, ну, а вторая? Вторая тоже должна как-то включаться. Ну, в общем, приятно. Приятно. Да, здесь вот так открыть. Как-то. Вот, открыли. Отстегнули. Вот такой вот шарик. Круто, круто. И лампочка. Тоже, наверное, так же открыть можно. Ага, она раскручивается здесь. Батареечки. Убираем бумажечку защитную. Так. Убрали защитную бумажечку. И тоже брелочек такой получается, который мигает на движение, я так понимаю. То есть, если его не трогать, должен потухнуть, по идее. Ну, что-то не тухнет. Значит, просто он горит, наверное, да. И здесь такая резинка уплотнителя. То есть, скорее всего, просто немножко откручиваешь, и он на резинке держится, не ворочается. Да, то есть, открутил немного, и все. А потом крутнул чуть-чуть сильнее, закрутил, и он включился. То есть, скорее всего, так это происходит. Ну, а здесь почему-то тоже играет она все время. Ну, по идее, должна отключаться. И вот как мне теперь ее выключить? Ладно, отложим. Давайте посмотрим на подсветочку. Вот такой вот пультик RGB идет. Две штучки я заказал, две одинаковые, в пластиковых таких контейнерах они приходят. Вот, пультик стандартный, здесь батарейка, тоже защита от батарейки. Батарейка здесь, скорее всего, C2025. Да, батарейка C2025 обычная такая, она немножко вроде тоньше, чем... компьютерная, 2035 вроде компьютерная. Вот, ну, батарейка есть, все отлично, пультик есть. И давайте посмотрим. Смотрите, вот здесь у нас с задней стороны open close RGB LED light submersible LED light, что-то такое. Ну и давайте посмотрим, открутим. Внутри у нас надо 3 мини пальчиковые батарейки. И здесь инфракрасник, видите, черненький, вот, чтобы им управлять. Давайте найдем батарейки. Нашел батарейки, уберу пока вот эту вот штуку, чтобы она нас не отвлекала. Вот так светится он, ну, красиво, прикольно, ярко. От трех батареечек давайте, чтобы уже была проверка у нас. Все в порядке. Вот, ну давайте попробуем попереключать ее. Итак, хочу выключить. Хочу включить. Хочу выключить. Хочу включить. Красный. Давайте фиолетовый. Хочу красный. Это такой более розовый красный. А вот это вот красный, насыщенный красный. Желтенький. А, вот такой вот желтенький, а это оранжевый получается. Вот такой вот оранжевый. В общем, ну, все работает. Есть режимы, скорее всего. Давайте посмотрим. Вот флеш, строп, фейт, смус, все режимы. Давайте флеш.
Вот он плавненько так переключает все. Давайте строп. Ну, строп то же самое, скорее всего, что и флэш, только на там долю секунды быстрее немножко. Фейт. Фейт плавное изменение цвета. Вот, ну и смус. Я думаю, что ничем не отличается от строп и флэш. То есть, ну, режимы есть. Здесь есть и яркость. Почему он так быстро заиграл, непонятно. Так, давайте красный выбрали и яркость. Яркость, убираем яркость. Вообще тускло-тускло начало гореть. Я не знаю, камера передаст это или нет. Но вот добавляем яркость, и она стала ярче. Убираем яркость, она стала тусклая. Сейчас попробую выключить свет и посмотрим на выключенную свету. Это у нас... Получается яркость на минимальном. И давайте будем добавлять. Вот. И вот это вот максимальная яркость. Давайте попробуем еще на другом цвете. Допустим, на желтом. Это максимальная яркость. Аж бьет в глаза, если честно, в темноте. Вот. И давайте убираем яркость. Крутая вещь. Покупка, я очень доволен, все сделано качественно, пластик такой хороший, не дешевый, ну как, сразу так, ну, держишь руки, как бы как вещь держишь. Вот, покупка мне очень понравилась, спасибо всем за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!